Да, нашел. Мы застряли. Застряли. Мы остановились на девятом задании. Девятый – это фан-арт или и косплей. Покажите свои фан-арты или попробуйте совместно сделать косплей. Ну что, мы тогда идем? Начинаем. Как прекрасен Майнкрафт. О, пойдет. Ага. Ноги, да, тоже, наверное? Ну, ладно, да, но почему-то это уже на руку похоже. Разумеется, руки желтые. Угу. Такие. Желтые. Если у вас, ребята, желтые руки, ставьте лайки. Да, такие. Вот, такие вот руки у него. И, короче, он еще, знаешь, вот так делает? Типа, знаешь, вот так. Ребята, и тут, если короче, у вас плюс, тоже болевало, плюс, ставьте лайк. Плюс 3 тут, типа, знаешь, это типа, сколько он хиляет, короче. Плюс 3. Ага, у меня такой в аттестате. Может, там такие магазины не вебеют. Короче, вот магазины. Такие вот магазины. Да, четкий вот покемон. На каком фото вам стало комфортно? Смотри, я нарисую маленькую девочку. Ты угадаешь, кто это? Ну, ты по-любому угадаешь, это легко на самом деле. А-а-а, цицы. Иди отсюда, что у там было, я не помню даже. А-а-а, Макдональдс? А, блядь, уже получается не Макдональдс, это вкусная точка. Нет, блин, аптечка. Так. Блядь, это смурфик. Как там ее? Смурфи это. Неправильно, это Гаргамель. Все, готово. Десятое. Игра в мини-геймс. Проведите совместное время, играя в мини-игры, которые сами же и придумаете, используя элементы из Genshin Impact. Я придумал, видишь, шляп? Смотри, если мне выпадет цифра, я не помню, вот твои же, 13, то ты чмо. Давай я угадаю. Давай. Короче, сейчас, если... Там до 20. Выпадет... До 20? Да. Если выпадет 17, то ты раб общества. Бля, почти. Почти раб. Если выпадет цифра 1, то я удаляю Genshin. О, я теперь тоже так хочу. Если выпадет цифра 13, то я удаляю Genshin. Если выпадет цифра 13, то... Ты удаляешь Хонкай. А, это 0-3? Да. Я обосрался. Если выпадет цифра, ну, например, 2, то ты делаешь ролик, то я делаю ролик за тебя, тебе. И выкладываешь на канал. 20, сука. О, мне тоже. Если выпадет цифра 12, то я кину тебе страйк. Если выпадет цифра 7, то ты в этом видео используешь музыку с авторскими правами. Да я и так использую. Если выпадет цифра 1, то ты удалишь канал. Да ху... Если выпадет цифра 9, то ты делаешь мне превью. Ха, да ты и так делаешь, иди делай. Хорошо. Если выпадает 10, мы переходим к следующему заданию. О, 10 выпало, смотри, Вайко. Перевоплощение в NPC. Попробуйте сыграть роль NPC из игры, создав сценку или маленький скетч. Катя, Катя, привет, Катя хорошая девочка. А, да, вкусные... Как зовут? Катя... Бля, как вкусное молоко Короче, да. А еще знаешь, как... Да. А еще знаешь, как я могу? А. Знаешь, как? Как? Повтори. Сможешь повторить? Нет. Удачной дороги, путешественник. Я не хочу. Надеюсь, ты сдохнешь. Что? Совместный QA. Ответьте на вопросы зрителей Америки. Обсудите слухи и предположения о будущих обновлениях. В патче 4.7 смолы вы сможете копить намного больше. По-моему, не 160, а 200. Короче, новый персонаж. Рассказываю, короче. Анаболик и Shadow Fight. Сказал. Там еще добавят, короче, новую же эту бездну. Знаешь, что там будет? Реально? Воображариум, там, да, реально. Там, короче, можно будет брать и, короче,
и, короче, брать пробных персонажей. Ну, короче, говно полное, но в целом, типа, прикольно. Следующее. Пародия на игру. Сыграть сценку, пародируя сюжет или персонажей из игры. Пародируя сюжет? Да опять, что ли? Да вообще легкотня. Здравствуйте, не хотите попробовать Данка? Данка. Самый лучший Данка. Данка. Лучшая в мире. Данка. Хотите попробовать Данка? Хорошо. Тяжело отказаться. Но я хотел бы вам задать вопрос. Не видели ли вы мою сестру? А, сестру. Купите Данка, потом отвечу. Или на самом-то деле... Нет, иди работай. Ну ладно. 15-е. Реакция на новые обновления. Запишите свои реакции и первые впечатления о новых обновлениях и событиях в игре. Как тебе впечатление о новом событии с ИТО? ИТО? Да. Ну это, ну, нормально, потому что там дают прямо гемы. Да, мне тоже нравится нажимать на рандомные кнопки за гемы. А где там Ямика? Как тебе прятки? Прятки? Очень хорошая игра. Самые лучшие события, как по мне. А как тебе хроники поиска ящера особой формы? Блин, такое классное событие. Жаль только, что я его еще даже не начал проходить. Да, все нормально, я тоже. Да, блин, слушай, а как тебе тестовый забег? Тестировать инвалидов очень здорово. Как вам... Как вам встреча с Шакал? Как вам затерянная родина? Крутая, я сам там потерянный. Создание игрового трейлера. Попробуйте снять свой собственный трейлер для игры. Понял? Говно какое-то. Трейлер. Ну, и как это снять? Так, 12-й и 16-й пункт мы сделаем тогда, когда выпустим кое-какое особенное видео. Придумайте и сыграть свой собственный квест ну реальной жизни, вдохновленный миром игры. Ну давай. Слушай, в общем, у меня такое к тебе экстренно важное задание. Тебе нужно пойти и поймать в сетку белую выдру. Где я тебе выдру найду? Или птичку белую. В общем, что-нибудь белое хочу. А награда хорошая? Конечно, хорошая. Очень, да. Выдру оставишь себе, будешь с ней жить, ухаживать за ней. Конечно, хорошая. Снежная хачапури сойдет? Да, конечно. Это не похоже на выдру. Нашел! Поймал. Я нашел белое животное, трехзвездное, кстати, да. Трехзвездное белое животное? И почему-то я до сих пор дышу паром. Где моя награда? Ты жесткий. Сейчас, вот, смотри. Ух ты, это моя награда? Да. Тебе нравится? А когда почему он завалится? Должен скоро, там, по-моему, 10 штук было. Хорошо, смотри, сейчас будет награда. На. Ой, сейчас, подожди. Ура, груша для битья. На, да. Спасибо, давай. Там сейчас мне награду дадут, да? Да, конечно. А где награда? Спасибо, пока. Тур по вашему миру. Покажите ваш мир в игре, расскажите о своих любимых местах и приключениях. Моя любимая локация в этой игре это все... Хочу показать мир, но чтобы, вот, видите, остальное вы увидите, ну, короче, в игру зайдете, сами посмотрите. И приключениях. Приключения, что я могу рассказать? У меня, я завязал с приключениями. Игра в кооперативе, запишите свои совместные игровые сессии. У меня скоро сессия. Показываю, как вы весело проводите время, сражаясь с монстрами. Это мы уже сделали, считай. И хочу сказать, что на самом-то деле, мне делать превью, я в рабстве, спасите, помогите. Всем пока. Пока.